Здарова всем, ребята, меня зовут Кент АПК. Прямо сегодня вы увидите самый крутой концепт обновления 0.13.0. То, что вы увидите, повергнет вас в шок, потому что это просто что-то нереальное. Короче, давайте так, если вы ждете обновления, то в течение 3 секунд поставь лайк и подпишись на мой канал. Ну и еще нажми на колокольчик. Ну что же, надеюсь, ты готов к этому экшену, ну а мы начинаем. MyStandoff.ru – это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandoff.ru. Ну что же, ребятки, поехали смотреть, как говорится. Надеюсь, вы все поставили лайки и подписались на канал Кент АПК, потому что прямо сейчас будет полная попа. Вот прям такая попа! Потому что вы сейчас просто обалдеете. Да, это обновленное загрузочное меню. Погнали смотреть дальше, что же мы еще можем интересного видеть. Кроме обновленного загрузочного меню. Да, кстати, очень крутое, красивое. Я бы не против, чтобы такое было в реальности. Две коллекции! Вот это да, подождите. Коллекция для ютуберов и коллекция Лунатик. Блин, ну правда название какое-то странное, даже не странное, дебильное, Лунатик. Ну что за название? Надо было назвать типа коллекция тычковых ножей или коллекция в честь Кента ПК. Ну что-то более нормальное. Так, ну что же, медаль для ютуберов. О, пацаны, медаль для ютуберов, это я люблю. Вот мне бы дали, наверное, самую крутую медаль. Так, ну что же, погнали смотреть. А, да, кстати, у меня же в реальной жизни тоже есть медаль. Можно посмотреть видео. Да, да, я получил медаль от Ютуба. И теперь на этой кнопке у меня стоит монитор. Так, ладно, поехали смотреть дальше. Так, что мы с вами видим? Мы с вами видим три кнопки. Это YouTube Silver Pack. Ну, это, походу, для самых начинающих ютуберов, у которых всего лишь до 10 тысяч подписчиков. Дальше Gold Pack. Это, наверное, до 100 тысяч. И Brilliant Pack, у кого более 100 тысяч. Ну, то есть, у Кента у меня была вот эта кнопочка, посмотрите. Да-да-да, я был бы самым крутым парнем на селе. И мне еще интересно посмотреть на коллекцию номер 2. Там, где будут тычковые ножи. Тычковые ножи! Посмотрите, посмотрите. Блин, 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 тычковые ножи. А может, я сейчас возьму? А ну, идите сюда! А ну-ка! Блин, не получается. Короче, пацаны, если вы наберете 10 лайков, то я возьму эти тычковые ножи себе в инвентарь. Так, что я вижу? Вижу Daggers Dioxide. Блин, ну и название, язык можно сломать. Ладно, поехали смотреть дальше. Что же, дамы и господа, мы увидим с вами дальше. Как вы думаете? Как вы думаете? Так, ну! Вау! Осмотр тычковых ножей. Ну, честно говоря, между нами. Между нами, только вы никому! Ч-ч-ч. Между нами, ну как-то осмотр тычковых ножей выглядит, ну прям сильно говенно. Чё это за зеленая хрень на тычковых ножах? Но вы это не слышали, это между нами. А так круто, мне нравится пуля. Поехали смотреть дальше. Так, да вы шо, тычковые ножи, вот это понимаю, пацаны. Ну прям для меня, для моих трех пальцев посмотреть. Я бы так бы тычковые ножи надел бы и так. Ну вы поняли. Жан-Клод Ван Дам отдыхает. Так, сверху какой-то спам. Да ну, видите, сверху спам. Не может быть! Разработчики, возможно, нас услышат. Посмотрите. Возможно, наконец-то уберут эту хрень, и мне не надо будет включать антиписку. Вот я вам даже сейчас включу, смотрите, она у меня готова. Смотрите, антиписка. Это не рофл, видите? Вот. Это антиписка. Она у меня всегда стоит, она у меня всегда в программе для записи видео. Потому что постоянно на стримах какой-то идиот поставит свой писюн и фулдит. Кент, давай дуэль! Или Кент, давай секайся! Если добавить функцию приват, это было бы очень круто, потому что, ну, никто бы мне не флудил, как каждый стрим сейчас флудят. Блин, ребят, я бы не знаю, я бы просто рыдал бы от радости. Да. Так, что же еще добавили? Реплей мод? Так, вот это! Вы это видите? Реплей мод? А, это типа там, где я убиваю нубов, да? Можно будет эти моменты пересмотреть. И вставить видосики? О, это было бы круто. Блин, я бы тогда даже фрагмовики начал делать. Так, поехали смотреть дальше. Блин, ребят, как думаете, что нас еще ждет? Ну, я, честно говоря, и так уже удивлен. Да, смотрите, типа, можно пересмотреть, как классно вы сыграли, как классно вы всех перемочили.
А, ну, наверное, можно будет просматривать только те моменты, где будет написано, что самый ценный игрок матча и ваш ник. Поняли? О, так это было бы, кстати, офигенно. Поняли? Можно пересмотреть только те моменты, там, где вы, ну, сделали много киллов или хорошо отыграли. Ну, короче, там, где вы самый ценный игрок матча. Блин, ну, кстати, было бы прикольно. Что думаете по поводу этого? Напишите вы в комментариях. Так, да-да-да, вот мы видим. Нажали на просмотр матча. Да-да-да-да-да-да-да-да. Не, ну тут, ребят, ничего интересного особо нету. Просто, так сказать, пересмотреть все как и было. Так, ну-ну-ну-ну-ну. Египетская сила, что происходит? Это что, читер? А-а-а, это типа просмотр игры в ускоренном режиме. Вот это я додик. Да, смотрите, просмотр игры в ускоренном режиме. Блин, ну я бы, кстати, не против бы так посмотреть на некоторые свои дуэли, потому что я, пацаны, такое иногда выдаю. Недавно на стриме я откомбэчил счета, я проигрывал, друзья, я проигрывал 7-0. И я откомбэчил 8-7. Кто папочка? Кто папочка? Напишите в комментариях. Ну, Кент, пока папочка. Не, кстати, была бы очень полезна функция просмотра. Ну что же, ребятки, в принципе, на этом все. Ссылочка на канал автора будет в описании. Ну, а с вами был ваш Кент Аптека. Всем хорошего настроения, всем удачи, бобра добра и всем пока.